Иван, Егор и Святослав соревнуются за звание самого большого фаната Бен 10 всех времен. Герои в бой! Всем привет! Добро пожаловать на шоу «Бен 10. Сверхсложная задача». Где мы с вами находимся? Друзья, это сверхсекретное подземное место, штаб Бена! Вот где! Сегодня суперфанаты, знающие о Бене абсолютно все, будут решать сверхсложные задачи, которые им задаст этот супер-амнитрикс. Четверо участников должны доказать, что знают абсолютно все о мире Бена. А победитель с триумфом отправится домой с потрясающими подарками. Приставка Xbox 360 и целым набором призов от Бена. Но это еще не все. Четверо самых отважных победителей, набравших больше всего очков, вернутся в штаб, чтобы принять участие в суперфинале и побороться за всю эту неинопланетную технологию 20 уровня. И, конечно же, за главный трофей шоу «Бен 10. Сверхсложная задача». Итак, если у нас сегодня смельчаки, готовые решать сверхсложные задачи Амнитрикса, давайте познакомимся с сегодняшними суперфанатами. Алан, 9 лет, любимый пришелец «Пламенный». Иван, 10 лет, любимый пришелец «Пламенный». Егор, 9 лет, любимый пришелец «Желе». Святослав, 9 лет, любимый пришелец «Силач». Итак, поприветствуем сегодняшних участников. Здесь есть суперфанаты! Да! Я всем вам желаю удачи и давайте немножко познакомимся. Вань, скажи, пожалуйста, только честно, ты вне нашего подземного штаба видел пришельцев? Я был в Египте, меня папа сфотографировал, и на нашей фотографии было НЛО. Какого цвета, каких размеров? Черное НЛО и около 500 метров. Егор, а ты занимаешься информатикой? Да. Угу. Ты пишешь какие-то программы? Ну, уже начинаю создавать. Ребята, у вас все получится. У нас есть сообщение. Давайте сейчас посмотрим на экран. Здравствуйте, игроки. Вам нравится мой штаб? Пора разобраться, кто из вас обычный поклонник Бен 10, а кто супер поклонник. Используйте Амнитрикс в полную силу. Удачи! Какой он скромный, ребят, правда? Я уверен, что очень скоро он будет вами гордиться. Да, правда? Да. Проявите себя максимально. Вам самое главное нужно доказать, что вы являетесь суперфанатом. Итак, мы приступаем к первой задаче. Сейчас я буду вам задавать вопросы. Если вы знаете правильный ответ, вы нажимаете на кнопку. За каждый правильный ответ вы получаете 10 баллов. Если ответ неверный, то ваш соперник имеет шанс ответить и получить за этот ответ 5 баллов. Мы начинаем игру. В какой секретной организации состоит дедушка Макс? Твой ответ? Космические санитары. Абсолютно правильно! Ну что ж, вы знаете много врагов у Бена. Хорошо ли вы их запомнили в лицо? Скажите мне, пожалуйста, кто это? Твой ответ, Стас. Колдунья. Абсолютно правильный ответ! Какой из пришельцев, похожий на растение, может стрелять огнем из рук? Пламенный. Абсолютно правильно! Сколько у лучистого рогов на голове? Святослав. 3. Это неправильный ответ. Талан. 2. Ты получаешь 5 баллов. Это верная версия. Кто из зловещих пришельцев Амнитрикса является выходцем с того света? Егор! Вилгакс. Это неправильный ответ. Призрак. Абсолютно верно, ты большой молодец. 5 баллов. Ну что ж, а теперь, дорогие участники, внимание, последний вопрос. Правильный ответ на него вам принесет целых 25 очков.
внимательно посмотрите прямо сейчас видео, потому что я буду вас спрашивать о том, что произойдет дальше. Я бы остался, но я хочу получить награду, которую я безусловно заслуживаю. Итак, суперфанаты, три варианта ответа. Гигантская птица хватает Гвен, мамонт нападает на дедушку Макса, Бен превращается в гумангазавра. Ты был первым. Гигантская птица хватает Гвен. А давай узнаем, правильно ли ты ответил. Абсолютно правильный ответ! 25 баллов твои! Итак, после первого раунда давайте посмотрим на нашу турнирную таблицу. На первом месте и 25 баллов у Ивана. Есть! На втором месте и 20 баллов разделили Святослав и Алан. Есть! Пока Егору не удалось попасть в турнирную таблицу, это еще ничего не означает, потому что все может измениться. Ребят, впереди вас ждет еще 3 раунда. Так, похоже, у нас проблема. Пойдемте за мной в энергетический отсек. Побежали! Участники должны показать суперсилу гумангазавра. Мегаватт навел беспорядок в энергетическом отсеке штаба Бена, отключил энергоячейки и завалил их кучами мусора. Участники должны пробиться сквозь камни и найти ячейки. Нужно заменить все 3 ячейки в розетках, а потом снова включить энергетический блок при помощи своих кулаков. Но для начала игрокам нужно проникнуть в энергетический отсек, и путь туда есть только один. Через эту стену. Ну что, ребята, вы приготовили свои кулаки гумангазавра? Да! Тогда занимайте исходные позиции, суперфанаты. Максимальные 100 очков получит тот, кто первым восстановит энергетический блок. 3, 2, 1, побежали! Вот это да, у этих стен просто нет шансов. Потрясающе! Посмотрите, с какой легкостью Святослав взял первым этот энергетический стержень и поместил его в отсек. Да, с легкостью они сейчас орудуют своими большими руками. Гумангазавр обладает уникальной силой. Да, нужно не ронять, это очень опасно, ребята! Вам нужно сделать все очень быстро, ребята, торопитесь! Кто желает получить максимальные 100 баллов? Мы видим, как Святослав сейчас вырывается в лидеры. Да, он был первым! Ребята, не сдаемся, продолжаем борьбу. Нам нужно выявить второго и третьего победителя. Старается, Иван теперь на втором месте и Алан на третьем! Какую силу показал Святослав? Он получает 100 очков. Иван занимает второе место. Алан на третьем. И Егор на четвертом. Итак, первое место и 120 баллов у Святослава. Yes! На втором месте 100 баллов. Иван. Yeah! Третье место. Алан и 70 баллов. Yes! И четвертое место у Егора. 25 баллов. Егор, не переживай, все еще может измениться, потому что у вас, ребят, еще впереди 2 раунда. И у нас, похоже, есть сообщение от Бена. Давайте его послушаем. Молодцы, игроки. Из вас выйдут отличные санитары. Стремитесь к цели и не забывайте о том, что важно. Вы все сами слышали. Это совет от самого Бена. Так что пора уже сосредоточиться. Призрак опять освободился. Пора с этим что-то делать. Итак, вперед, за мной!
Призрак сбежал из Амнитрикса. И теперь виден только его парящий глаз. Участникам надо будет использовать нулевой проектор, чтобы провести глаз призрака вдоль вихревых энергетических линий и поместить его в последний портал, который надежно запрет его в нулевом пространстве. Вам все понятно, суперфанаты? Да! Тогда 3, 2, 1, побежали! Посмотрите, с какой точностью управляет сейчас нулевым проектором Алан. Молодец! Ай-яй-яй-яй-яй! Он не попал в этот портал! Иван, получится ли у него переместить этот парящий глаз? Алан, и кто вырвется? Да! Алан был первым, но ребята должны продолжать борьбу. Будьте аккуратны, чтобы не потерять контроль над глазом. Мы видим, что сейчас и... Да! Справился с заданием Егор. Осторожно, не пропустите эти воздушные вихри. Они помогут направить глаз призрака к месту и... Иван справился, 50 очков его! Ничего себе! Алан как будто всю жизнь держал нулевой проектор в руках. Егор на втором месте, Иван на третьем, а Святослав на четвертом. А что происходит с общим счетом? Давайте посмотрим. У нас появился новый лидер, это Алан. У него 170 баллов. Иван на втором месте, заработал 150 очков. А вот Святослав отстает от Ивана всего лишь на 5 баллов. И у него 145 очков. И Егор на четвертом месте. 100 баллов. Сейчас я буду вам задавать вопросы об одном пришельце Бена. Итак, Алан, так как ты набрал максимальное количество баллов, Амнитрикс позволит тебе и только тебе выбрать пришельца, про которого я буду спрашивать тебя и твоих соперников. Итак, Алан, выбирай пришельца... Прямо сейчас. Жука. Итак, ты выбрал пришельца жука. За каждый правильный ответ вы будете получать по 20 баллов. Если вы ошибетесь, то вы будете заморожены и не сможете отвечать на следующий вопрос. Мы продолжаем игру. Где у жука клешни? В ногах. К сожалению, это неправильный ответ. Правильный ответ на конце хвоста. Ты заморожен и не сможешь отвечать на следующий вопрос. Сколько у жука глаз? Алан? 4. Абсолютно правильно! Ты снова в игре. Будь внимателен. Почему жуку сложно прятаться? Алан? Потому что он очень большой. К сожалению, это неправильный ответ, верная версия, потому что он пахнет. Ты заморожен и не сможешь отвечать на следующий вопрос. Вы знаете хороших ребят, но узнаете ли плохих? В своей жизни жук встречал много врагов. Итак, ребят, скажите, как зовут этого героя? Итак, есть ли у вас ответ? Егор? Я забыл, что хотел сказать. Вспоминай. 3, 2 и твой ответ. У тебя нет ответа. Верная версия – это доктор Энима. К сожалению, ты заморожен, а мы встречаем Алана. Он вновь в игре. Когда жук появился в первый раз, кого из команды Бена он спас от падения с колонны? Ваш ответ. Святослав? Гвен. Абсолютно точно, это Гвен. Ты возвращаешься в игру. Суперфанаты, к сожалению, время истекает. Но у вас есть все шансы улучшить свое положение в турнирной таблице. Сейчас я вам предлагаю посмотреть видеозапись с участием жука, после чего я вам задам 3 вопроса стоимостью 20 баллов. Все внимание на экран. Ой, клеи на лапе!
теперь, фанаты, приготовьтесь. Мои вопросы. Чем жук стрелял в злодеев? Егор? Слизью. Абсолютно точно, это слизь. Следующий вопрос. Какого цвета бочки бомбы? Красного. Абсолютно точно, да. Почему в конце жук не может пользоваться крыльями? Егор-то был первым. Он намочил крылья, потому что... Абсолютно точно, да! Ты молодец. Ну что ж, ребят, это был ваш последний вопрос. Ну что ж, ребят, это был ваш последний шанс заработать жизненно важные очки. Амнитрикс вот в эти самые секунды подсчитывает ваши очки. И очень скоро я готов буду сообщить, что два участника, которые будут сражаться во вражеском нападении, это... Алана Святослав! Фух, это была по-настоящему напряженная борьба. Буквально вровень вы шли друг от друга. Давайте посмотрим на турнирную таблицу. На первом месте. Алан, тебе удалось собрать 190 очков. На втором месте Святослав, 165 очков. Yes! Егор отстает всего лишь на 5 очков. 160. И у тебя, Иван, 150 очков. Ну что ж, Иван, Егор, очень жаль, конечно, что вы нас покидаете и не сможете сразиться с Вилгаксом, но зато вы получаете это! Егор, Иван, жаль, конечно, что вы нас покидаете, но ведь признайтесь честно, было весело? Да! Давайте, удачи, пока-пока. Ну что ж, ребята, вас было четверо, осталось двое, теперь вы настоящие реальные конкуренты друг другу. Вы сразитесь во вражеском нападении. Я вам желаю удачи. Так, у нас есть сообщение от Бена. Давайте его послушаем. Надо же, вы такие же крутые, как и я. Сражайтесь с пришельцами и отправьте Вилгакса в нулевое пространство навсегда. Герой в бой. Ну что ж, вы готовы сразиться с Вилгаксом? Да! Это вражеское нападение! Вперед за мной! Сначала участникам нужно протиснуться сквозь злую усмешку Замбоза и пройти через волосы Горгоны, где они могут найти бонусную карту борцов Сумо, чтобы получить потрясающий дополнительный приз или продолжить путь, чтобы сэкономить время. Они пройдут под жутким дыханием кислотника, потом остановятся перед фортом Вечных Рыцарей, перекрывающим им дорогу. Им придется закончить щит Амнитрикс, чтобы активировать подъемный мост. Они должны аккуратно пройти болотами Таноса и воспользоваться рогаткой, чтобы перебраться. Претенденты должны добраться в виртуальную тюрьму Вилгакса и отключить процесс его регенерации. Это наша финальная задача. Победитель здесь получит целых 500 очков и 100 дополнительных, если не позволит Вилгаксу полностью восстановиться. Итак, фанаты, вы готовы? Да! Тогда 3, 2, 1. Это вражеское нападение! Посмотрите, как они сейчас приступили к делу. Проскочили через рот Замбоза и уже оказались в волосах Горгоны. Посмотрите, с какой легкостью они сейчас прошли через рот кислотника. И они уже у ворот нашего форда. Самая главная задача – собрать этот пазл. Ребята, сконцентрируйтесь. Тут самое главное – обращать внимание не на фигуру этого пазла, а на рисунок. Святослав, сосредоточен. Посмотрите. Не моргнет ни на секунду. И заключительный пазл у Алана. Давай, давай. Или успеет его опередить Святослав. Ребята, вы идете почти одинаково. Открываются ворота. Одновременно фактически. И Алан, и Святослав идут вровень. Как говорится, нос к носу. Но кому удастся первому получить канат? И мы видим, что канат получает Алан. Он с легкостью перелетает болото, ищет канат, который крепко его будет держать. И это... Это
эта игра оказалась непростой для соперников. И он победил! Святослав, на этот раз тебе не удалось победить Вилгакса. Тем не менее, ты нашел бонусную карту Сумо, что дает тебе шанс получить этот голографический будильник, специальный приз и целый набор призов от Бена. Давай, успехов тебе и не расстраивайся. Пока-пока. Спасибо. Алан, я тебя поздравляю. Это было круто. Ты справился со всеми задачами, которые подготовил тебе Амнитрикс, за что и получаешь все эти подарки. Ты получил за все задания, включая 100 бонусных очков, и за то, что помешал Вилгаксу полностью регенерироваться, 790 очков! Это значит, что ты занимаешь 4-е место в таблице победителей. Я тебя поздравляю! Это означает только одно. У тебя есть шанс вернуться в этот штаб и принять участие в суперфинале для того, чтобы побороться вот за эти призы. Ну и, конечно же, за честь быть признанным самым большим фанатом Бен 10 всех времен! Спасибо большое, что были сегодня в нашем подземном штабе Бена. И скоро мы с вами вновь увидимся и познакомимся с новыми фанатами супергероя Бена. До новых встреч на шоу Бен 10. Сверхсложная задача. Пока-пока. Пока-пока.